Планета Земля изменилась. Я вновь рад приветствовать всех подписчиков и зрителей нашего канала. Ну что ж, давайте продолжим. Продолжим мы, наверное, с того, на чем мы остановились. Глобус я не крутил, так как у нас ксеногенетика через одни сутки будет готова. И как бы нужно вам это все показать за кадром. Нынче пока упускать ничего не будем. Так, немножко я подпродал кое-чего на сером рынке. У нас теперь 381 кредит. Было там, кажется, чуть больше 100, но этого все равно не хватает мне, чтобы в казармах получить еще одно улучшение в школе офицеров. У нас сейчас улучшение до майора, я хотел до подполковника, там 400 кредитов нужно. Ну да ладно, пусть эти средства пока остаются, возможно, еще один спутник сможем мы заказать. Так, спутниковый узел через 21 день. Ну и, в принципе, спутник новый построится через 20, да, у нас сейчас на данный момент будет 4 через 18 дней. Сейчас 3, да? Можно еще один дозаказать, чтобы было уже 5 спутников. Хотя, в принципе, я думаю, что у нас и 4 сейчас не все покроет с таким вот нынешним расчетом. По спутниковым комплексам и модулям. Что ж, еще я хотел сказать по поводу предыдущей серии 18 или 19, 20, да, 19, 20 большие были, и там у нас со звуком были проблемы. Вроде как докопался я до истины, сейчас вот записываю и посмотрим, сработает это или нет. Я полагаю, что разница фреймрейт как раз таки на это влияет. В том плане, что у меня сырая запись идет в 60, вернее шла на тот момент 60 кадров в секунду. Как бы я это делал для плавности кадров. И потом она пережималась для видео выкладки в YouTube в 30 кадров. И вот, судя по всему, это связано с потерей фреймов. То есть он 60 в 30 пережимает. Где-то раскадровка теряется, и у нас звук-то остается неизменным, а фреймрейт теряется. Вот, и в связи с этим у нас действие на экране, то, что мы видим визуально, начинает запаздывать. Звук идет ровно, а действия чуть позже совершаются. И это сказывалось, видимо, на таких больших файлах, начиная с 50 минут и больше, там час, час 20. Чем, в общем, больше времени у файла обрабатываемого, тем больше расхождение в фреймрейте. Допустим, на 30 минутах, там по 25, по 30 минут, то, что я делаю, до 40 минут. Там как бы было незаметно в этих сериях падение фреймрейта. Вот. А на больших сериях это очень заметно в плане того, что это сказывается на звуке. Картинка-то остается четкой, но вот из-за того, что кадры бьются, их становится меньше, звук идет вперед, а раскадровка остается на несколько секунд дольше в задержке. Ну что ж, ладно. А давайте переходить в центр управления уже, в конце концов. Сейчас в казармах у нас никого нету из нашего состава основного. Только новобранцы всякие. Задействовать мы только их можем пока что, и нам нужен как минимум день, как минимум 24 часа для того, чтобы у нас хоть кто-то вышел из лазарета отдохнувший. Ну вот, как раз таки уже возвращается в строй Бонифаций Чунга-Чанга. А давайте крутить. Доктор, что это было? Это потрясающе!
Кристаллическая структура вещества в контейнере — это суспензия, содержащая миллиарды кристаллических наномеханизмов, каждый из которых состоит из органических и механических компонентов. Анализ, проведенный учеными моего отдела, показал, что эти микроскопические роботы способны осуществлять сборку механических устройств. Дальнейшее изучение с применением некоторых спецсредств, возможно, позволит нам создать киберкостюм, совместимый с человеческим организмом. Мой отдел более всего заинтересован в создании самой субстанции, которая адаптирует элементы пришельцев к нашей генетической структуре, используя наночастицы в качестве катализаторов инопланетного материала. Командиру придется решать, в каком направлении работать. Согласны ли вы с моей позицией? Учитывая назначение наночастиц, можно сделать вывод, что они позволяют сочетать органические материалы друг с другом и с механизмами. Поэтому мы с полным правом дали им название. Состав. Ну что ж, просмотрели мы ролик по составу. Будем надеяться, это нас приведет к мэкам. Так как в модах 14-15 долгой войны постоянно все меняется в плане разработок, поэтому я на данный момент не представляю, после чего нам откроется производство мэк, либо генная модификация. Возможно, даже после этого исследования нам еще что-то придется исследовать. Так, сооружение в лаборатории генетики доступно, получение большего количества наносплава. Отлично. Так, вот лаба генетики. И все, в принципе. Так, а здесь у нас ксенопсионика. Что это нам даст? Вот, биокибернетика. Вот это нам надо изучать. Хочу я уже мэков построить, так как это нам пригодится. 8 дней пусть начнется это исследование. Так, в инженерном отделе по производству пробежимся, чтобы ничего не упускать. В принципе, все то же самое у нас, да? Так, легкий пулемет, вот тяжелый пулемет Гаусса. Стоит ли его производить? Стоит ли вообще производить оружие Гаусса? Я пока что не знаю. Мы как бы и с лазерными пулеметами отлично справляемся. Наносплава, как видите, мы потратили на исследование. 53 осталось. Было, кажется, 103. Так, ну что ж. Давайте, наверное. А, у нас тяжелый пулемет Гаусса заказан. Даже две штуки через 7 дней. Чуть еще раз не заказал. Так. Ну что ж, хоккей, тяжелый пулемет заказан, пусть будет. А вот тяжелая винтовка Гаусса нам пока недоступна, там для этого нужно исследовать кое-какие вещи. Ну что ж, все, приплыли назад. Автомат Гаусса, вот не думаю, что стоит его изучать, в принципе. Особо нам ничего не решит, насколько я понял, он только тяжелый. И отнимает у нас мобильность. А лазерное оружие добавляет мобильность. Так. Броня, как обычно, только одна. Здесь все так же. Можно вот подзаказать, пока есть возможность, еще акселератор. У нас уже их 4. Можем так потихоньку акселераторы поднабрать, в принципе. Наносплав для этого нужен. Хотя нет, давайте тратиться наносплавом не будем. Разбрасываться им не к лицу. Так, ну что ж, дальше крутим. 7 дней до ближайшего у нас события. Будем надеяться, что все пока будет тихо. Вот они все возвращаются, солдатики. Так, нет, лазерное оружие мы не будем передавать. Здорово, пока тишина. Так, 12 сплавов пришельцев. Двух инженеров. Хорошо, передаем. Окей.
Так, вороны в строю, это хорошо. Так, так, теперь... Запрашивается спутников. Спутников на складе 3 у нас, конечно же. Но вот в чем проблема. Мы их пока запустить не можем. Только через 14 дней. Ну вот, отлично. Изготовили пулеметы. Теперь у нас пулеметчики с новыми пулеметами. Посмотрим, в чем разница у них на заданиях. Так, 12 флаус сэкономили, 4 лирия. Отлично. А вот и биокибернетика подоспела. Что ж, супер. МЭК-1 доступен. Так, так. Вот, передовая хирургия нам необходима. А, давайте сейчас что сделаем? Что будем изучать изначально? Может, повскрывать всех, пока трупы есть? Мы называем эту разновидность пришельцев летунами. Несложно догадаться, почему. Наш отдел до сих пор пытается понять, как пришельцы заставили органическую ткань не отторгать механические компоненты. В летунах живые органы идеально взаимодействуют с механическими. Ну что ж, отлично. Так, сегодня пока скрывается, утром прибыли давайте... новые инженеры. Должен сказать, мы от помощи не откажемся. Ну это хорошо, но инженеров всего 2 прибыло. Солдаты, которые так, здесь можем направить кого-нибудь. Многим, но и получают они тоже многое. Бойцы МЭК для наиболее эффективных действий в киберкостюмах пройдут обучение по специальной методике с учетом их прошлого боевого опыта. Так, боевые системы для МЭКов. Предлагают нам сделать наши инженеры МЭК более универсальным, чем простые экзоскелеты, киберкостюмы. Исследование по проекту кибернетика ускорено на 25%. Ну что ж, вот это неплохо. Неплохо. Передовой хирургии хотелось бы. Операционные пришельцев 6 штук. Сайз камер у нас хватает. Операционных, насколько я помню, там всего 2, кажется, на складах. Вот это плохо. Это очень плохо. Ну что ж, постараемся еще кого-нибудь... поштурмовать в будущем и, так сказать, забрать у них операционные. Пока будем справляться так. 25 кредитов это нам вообще прямо в цвет ничего не затронет из экономики. Начинаем проект. 4 дня. Фу, давайте, даже не быстро. Так, здесь у нас наносплава. Нет, 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 нет. Это, конечно, хорошо, гаусс-пушка на Феникс. Но, блин. Блин, вот наносплавы меня смущает, я не буду. Все готово тратить к работе. Литейные нет, машины нет, раскалены. Нет. Когда мы закончим, я вам сообщу. Отлично. Моя личная внутренняя жаба меня просто загрызет. Если я потрачу сейчас наносплав. Так. Лаборатория генетики. 200 кредитов, 4 энергии. Энергия есть в достатке, да? Здесь у нас лаборатория. Мастерская, ремонтная. Вот, наверное, здесь вот и построим лабораторию генетики. 18 дней. Окей, пусть строится. Так. Так, ну вот, и потратили кредиты. Что ж, что еще можем сделать? В принципе, все, ждем теперь всякие вскрытия. Так, запрос от Африки. От Африки, где Африка? Вот она у нас, Нигерия. Спутник хотят. Ну, извиняйте, там 13 или 14 дней. Здесь лазерное оружие нет. Так, здесь тоже спутник, тоже нет. Так. Слушайте, народ, все как-то на удивление тихо проходит. Ни одной тарелки, ни одного покушения, никаких там устрашений. Конечно, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, да, а то сейчас начнется. Закон Мерфи, да, закон подлости. Так.
Что ж, а мы переходим. Что у нас тут? Спутниковое наведение, меткость и улучшенная броня в литейном цеху. Это хорошо. Это хорошо. Так, это для мэков, да, улучшенная броня? Ну, отлично. Отлично. Так, давайте далее. Пока что мы не получили ни одного кибердиска в рабочем состоянии. Похоже, ваши бойцы стреляют по ним, как по тарелочкам. Мы знаем, что кибердиски несут тяжелое вооружение, однако понять их общие тактические принципы мы все еще не можем. Наши бойцы стреляют как по тарелочкам, а по-моему, это тарелочки в прошлой миссии чуть ли не угробили несколько наших бойцов. А не наши бойцы стреляют. Если бы они не стреляли, доктор Вален, быть бы им уже в цинке давным-давно. Так, ладно, крутим далее. Так, 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 что там изучилось? Экономия боеприпасов, кажется, что-то в этом роде. Так, давайте сейчас... Где же? Где это должно быть? Вот, MacPaladin. 164 кредита, да? Давайте произведем. Так, серый рынок. Что у нас тут? Вот, 40 трупов дохляка. Думаю, немножко поулюбавим их. Допустим, до 25 тоже догоним, как летунов. Вот, 246 кредитов. И теперь, куда же я все ломлюсь-то не туда? Так, много надписей в инженерном отделе. Что теряешься? Так, MacPaladin. Если быстро, то 5 дней, 36 наносплава. Нет, ребята. Хотя, в принципе, 30 наносплава, 36 наносплава. Особой роли-то не играет. Ладно, будем медленно строить, пусть 10 дней. Хоть крохи, но сэкономим. Также давайте еще, может, что-нибудь у нас тут прибыло. В принципе, ничего нового не вижу. Кстати, вы в комментариях мне до сих пор так и не отписали. Я вроде, кажется, в какой-то серии просил по пушке. Где она? Которая со станером. Вот. Которая не наносит урона. Стоит ли вообще ее покупать? Ну, хотя, в принципе, мы без нее захватываем неплохо. Наверное, не пишите. Я не буду ее покупать. Только тратится зря. Так. Ладушки. Ладушки. Может, кого-нибудь в перепил отправить? Я себя же хотел перепилить в мэк. В первую очередь... Разведчик, он с ранением. А можно ли с ранением отправить или надо ждать? Так, а чё это вот? 38 дней отправить можем? А, фу, извиняюсь. Все, можем с ранением. 19 дней, все равно лежит в больничке. Давайте перепиливаться. Так, недостаточно ресурсов. Кого недостаточно? А, это надо столько состава? 80. Офигеть. Так, беги и стреляй. Отлично, один за всех. Так, полное укрытие. Объединенные действия. Отряд способен уменьшить сопротивляемость урону противника, получаемого от укрытия на единицу. Ну что ж, неплохие получит... Улучшение у нас этот оперативник после перепила. Ладно, тогда подождем. Ну что ж, тогда нам нужно миссию какую-то и, так сказать, уже состава подсобрать. Так, да, вот это хороший размен. Идем дальше. Ну вот, пришельцы похищают людей наконец-то. Давайте поглядим, где. На глобусе отмечены места, ЮАР, где, да? Сейчас пытаются похитить людей. Так, чрезвычайное. Чрезвычайная сложность операции, значит, пойдут, как обычно, лучшие из лучших, да? Так, давайте вот.
потихонечку по возрастающей. Так, чудо, архангел. Теперь нам бы снайпера хотелось бы тоже. Но снайпера все у нас в отключке, да? Ясно, понятно. Может, все-таки пехоту поднатаскать? Вот что-то они как-то не очень. Их надо бы... Так, питбой. Росомаха. Кого еще? Так, остальные все, да? Ой-ой-ой, остальные все по тяжелой с ранениями. Все ясно, джет только через 2 дня выйдет. Так, ну, ребята, давайте вам тогда на прикрытие будет еще один пулеметчик. Спанки-то вас, вам поможет, вас спасет. Так, ну что ж, давайте ракетчика возьмем. Так, Чунга-Чанга. И, ну что, еще одного штурмовика. Хотя можно и инженеров подобрать, в принципе. Давайте вот мы это покачаем. Так, 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 теперь у нас экипировочка поперла. По оснащению. Давайте попробуем выдать вот такой вот пулемет. Так. Дальше пошли. Здесь все нормально, да? Карабин. Все хорошо. Так, тут по оснащению. Фаланга. Тяжелая. Пистолет. Так. Прицельчик. Ладушки. Так. Вроде экономия боеприпасов у нас изучилась. Так что теперь должно быть место побольше под магазины там. Так, ну что, берем лазерный прицел, потому как пехота у нас что-то не попадает и никуда. Так, давайте еще один ТЭП Гаусса возьмем. Поглядим все же, проверим сейчас. Так, карабин. Тут возьмем, наверное, мы... Вот прицел, либо ракету еще одну. Что ж, давайте, ладно, осколочную ракету. Так, и тут по оснащению гранаты, дугомет, лазерный пистолет, так, карабин и броня фаланга. Что ж, отлично. Отлично. Так, все экипированы, все в строях, да? Что ж, погнали. Поглядим. Готовимся к высадке, штурм 1. Отправляемся в ЮАР. Готов, там нас уже заждались. Со всего мира поступают сообщения о попытках похищения. Отправляйтесь к месту последнего происшествия. Да ладно, прямо таки со всего. Что ж, давайте высаживаться и смотреть, что нам готовит нынешний день. Штаб, ответьте рейнджеру. Мы на точке. Прошу разрешения на выброску десанта. Вас понял, рейнджер. Десантирование разрешаю. Ну что ж, пусть нам повезет, пусть это будет Lucky Strike. Удачная битва. Так, так, так. Скаутов у нас нет, к сожалению. Поэтому давайте за неимением кухарки пользовать дворника. Так, так, так.
Куда пойти, куда податься? Так. Я пошел. Давай, давай, иди. Уже иду. Что ж, давайте глянем, что с той стороны медиком. Вот. Пока что тишина. А здесь у нас... Ну, в принципе, не маленький такой периметр. Ладушки. Так, что делаем далее? Вас понял. Блин, рывками бы не хотелось. Давайте вот за грузовик, если рывками. Если рывками, то за грузовик. Так. Так. Теперь хотелось бы как-то пулеметчиков организовать. Си, сеньор. Давай ты сюда. А тебя, наверное, я посажу вот куда-нибудь сюда. Ну что ж, хорошо, ждем. Так, тишина, да? Мертвых с косами только не хватает. Ладушки. Так, стоит ли заходить вовнутрь? Тут же нет никто. Давайте просто двигаться. Выхожу. Так, так. Медика за стеночку. Дверку откроем. На всякий случай. Но мы же знаем, что случаи-то у нас разные бывают. Двигаюсь к точке. Так случается и эдак случается. Координаты получены. Так, так, так. Okay. Идем дальше. Споко. Пока тишина. И как выразился наш ракетчик, споко. Что у нас споко? Ну вот уже и не споко. Родила царица в ночь, не то сына, не то дочь, да? Так, состав где? Где-то там, да? Где-то там. А вот где-то там нам бы туда. Рассказ рушам. Хотелось бы без шума как-то туда пройти. Так. Понятно, уже двигаюсь. Так. Давай, давай. Окей. Координаты получены. Куда еще мы можем тут пробежать? В принципе, вот сюда можем пройти. Опачки, вот они, добрый вечер. Ага, я вижу, что с фланга обходят. Так, наши пулеметчики дальнобойные. Нет подходящей цели. Все ясно. Ясно, понятно. Так. Так, теперь я бы хотел бы убежать куда-нибудь. Куда-нибудь подалее. Было бы, конечно, неплохо и куда-нибудь сюда. Вот, наверное. Это будет более-менее правильной позицией. Спрятаться куда-нибудь сюда. Вот даже, наверное, вот так вот сделаем. Хоба, и вы нас уже не видите. Так, так, при этом, при всем, ракеты надо ближе подводить. Ты вот у нас стоишь, вообще не айс. В плане того, что... Можешь попасть под обстрел. Так, ты давай сюда. Окай. Все остальные вроде заходили, да?
Так, прицели. Отлично. Ты смотри, оказывается, тяжелый пулемет Гаусса-то стреляет хлестко. 11 урона нанес. Оу-оу-оу. Искатели. Добрый вечер. Так, двое-трое. Ты смотри, как отлично снимают. Все-таки оружие Гаусса, да, это плюс. Это плюс. Так. Что мы тут видим? Ничего не видим. Мне хотелось бы запустить ракеточку. Так, ладно, временим с ракеточкой. Смотрим, что мы можем сделать тут. Вот здесь вот нас флангуют, поэтому стреляем сюда. Да ладно, спанки. Хорошо, двойной выстрел хоть есть. Все, тебя разворачивает куда-то влево с этим пулеметом. Ну вот, исправился. Молодец. Так, теперь. Давай-ка по верхней. Отличница. Также двойной выстрел. Давай по второму. Молодец. Молодец. Так. Теперь здесь что мы делаем? Открываем дверь. Есть. И нам нужно пройти вот сюда. Так есть. Состав нам необходимо собрать. Ох, куда же я тебя вывел тут? Зачем сюда-то? Так. Состав. Вон она, нога мельтешит. Понятно. Все ясно, понятно. Вылазить мы пока туда не будем. Пока что здесь стоим на боеготовности. Так, что у нас тут? Что мы можем предложить? Давай-ка за машину, а то тебя могут флангануть. Но стоим в боеготовности. Так, судя по всему, сейчас будет выстрел с фланга. Нет, не с фланга. Странно, а чё это он не стал по спанке стрелять? Видимо, сильно далеко. Ага, ты погляди-ка. Что ж, попал неплохо. Ребят, только не разбредайтесь. Да куда же вы наверх-то? Ну зачем? Зачем? Так хорошо стояли внизу. Зачем наверх? Так, 57. Никого на боеготовность нет. То есть вы нас лишаете нашего состава, да? Ну это, блин, уродство просто называется. Я так не играю. Так. Так. Двигаюсь к точке. Хорошо. Идем сюда. Идем сюда. Так, тут садимся на боеготовность, будем стрелять прямо в лицо заходящим. А здесь что у нас? Кто там кого видел? Ага, с фланга. 100%. Ну давай стреляй, Дарья. Отличница. Блин, мне прямо нравятся эти тяжелые пулеметы. Они мне и в прошлой версии нравились, и в этой вообще просто шикарно. Если будем так работать, это просто шикардос. Так, там у нас много всяких нехороших с той стороны в двери ломится. Ну, давайте-ка сделаем следующее. Иду. Встань-ка вот туда вот. А то я так чувствую, что сейчас ломиться будут по беспределу. Так, тут у нас два пулеметчика и пехоту. В принципе, должны справиться. Давай-ка вот сюда, дверку открой. Если что, ракеткой туда пульнешь. Так. Ну, заходите, гады. Там что-то есть. Да по-любому. Как минимум несколько дохляков, которые почему-то не желают ходить.
кажется, мы здесь не одни. Так, смотри, какие подлые, а. Залезли, значит, на крышу и выходить не хотят. Так, а кто там еще окно разбил? А, это наши разбили окно. Ну, это хорошо. А вот промах — это плохо. Ну что ж, ладно. Так, вот они, наконец-то мы их дождались. Отлично. Отлично. Да, действительно, это не то слово. Еще какое дерьмо. Зеленое такое. С запашком. Вот там вот облачко. Ну-ну-ну, подходите, гады. Что за чертовщина? И там у нас еще, насколько я понимаю, искатель один прячется. Ну все, состав утерян. Это, в принципе... Это было ожидаемо. Тихо! Слышали что-нибудь? Блин, ты посмотри, какие подлые пришельцы. Все прячутся, где-то бегают. Ну отлично, Спанки. Ну вот и второй. Да, получил по первое число. Так, а вот это уже не есть гуд. Это уже не айс. Так. Ты, в принципе, можешь подойти и его подзахватить. Двух дохляков убили, да? Это третий, а там было 4 или 5. Скверно это все, скверно. Так, ну-ка. Лечу. Медика куда отведем? Давай-ка сюда. Так, 60%, но не убьешь. Давайте откроем обзор, в конце концов. В конце концов. Из всех концов найдем конец мы наконец. Так, выстрел заблокирован. Это что еще за нафиг? Вот, 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 вот. Вот так вот. Только не промахнись, пожалуйста. Вот отлично. Так, стеночку подрастреляли, теперь нам более... Лучше видно. Народ, вот, работай по нему сотенькой. Молодчик. Молодчик. Я пошел. Так, ты давай-ка перейдешь у нас вот сюда. Вот они, твари. Ну-ка, отработай. Хорошо. Пусть пока починятся. Так, боеготовности. Есть контакт. Вот только вдвоем зря вы стреляете, там еще есть дроны. А перка у вас нету, еще раз ответку делать. Так, ну везет, что дрон сделал два хода. Так. Ну, врачи особой меткостью не отличаются. На то они и врачи. Пехота. Видимо, все, вернее, не пехота, а инженер. Весь выстрел, видимо, ушел в стенку, так как единицу снял с дрона. Ну вот, пехота уже более-менее стал попадать. Нужна поддержка! Так, так, а вот это вот не есть гуд. Подлый дохлячок. 67, работаем. Ну ладно.
Ты попал по нему или не попал? Очень странного сейчас было. Выстрел, потом непонятно сработал скрипт. Дохляк отступил куда-то. Влево или вправо, и после этого только упал и разложился. Весело было. Отлично, Спанки. Я в тебе не сомневался. Так. Что ж, перезарядка так перезарядка. А кто-нибудь видит вообще дрона? Вот он, да? Работаем. А то смотри, какой хитрый. За колонну спрятался, и все, и хрен его увидишь. Так. Вроде колонны перезарядили, все остальные пока терпят. Так, еще дрон. Прицели. Отлично, пип-бой. Сегодня вы меня радуете. Просто обалдеть, как радуете. И, видимо, новый день сказывается. Так, и кто там у нас? Должен еще один искатель где-то оставаться. Вот у меня такое подозрение, что это он и есть. Пойдемте-ка поищем-ка. Так. Давайте, пехота с тяжеляком и пойдет. Ну, состава, я так понимаю, все, больше нету на территории. Был один контейнер. Так. Давайте, может, инженера куда-нибудь подтянем. Вот сюда вот, допустим. Может, кого-нибудь поймает. Все-таки же взяли мы его на миссию со станером. Ну вот, я так примерно и предполагал, что один искатель остался. Но искателя мы станером не зацепим, это бесполезно. Все задачи выполнены. Что ж, продолжаем. Эту серию, наверное, запишу специально побольше, чтобы проверить как раз-таки, как теперь будет рендериться картинка в плане звука. Будет ли забегать вперед звук или нет. Бойцы отлично справились с задачей. Надеюсь, они не зазнаются. Я тоже на это надеюсь. Так, ну что ж, Спанки получает часовой, крепкое здоровье и хаос. Так, так, так. Так, больше дамага от всяких гранат. Понятно, дамаг по механизированному увеличивается и так далее. Так, больше урона в зависимости от технического уровня оружия, включая подавление. Но это больше урона нам, в принципе, не нужно. Нам бы вот часового, это было бы круто вообще, если бы с пулемета отвечал пару раз вместо одного. Это супер. Так, вот меткость только у Спанки замерла на отметке 85. Вот это меня не радует, конечно же. Не очень. Так, ну ладно. До связи, командир. До связи, до связи. Так, 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 что у нас тут еще бы такое произвести? В принципе, все производится, да? Поэтому давайте крутить. А, состава. Нет, не увеличилось. Обнаружен инопланетный объект. Не увеличилось.
Так, маленький разведчик, высылаем. Лазерная Феникс. Может, вот с Фениксом давайте. Атакую. А то боюсь, что лазерка его просто-напросто уничтожит. Объект потерян. Обнаружен объект. Ладушки. А, давайте тогда лазеркой. Веду что ж, убьем так убьем. Приближаюсь к цели. Хотя нам оборудование бы не помешало. Ну вот. Один выстрел и в хлам. Кстати, хочу посмотреть, сколько лечится теперь. 10 дней, 20 дней. Блин. Это жопа. Я, наверное, вынь файли конфигурацию переработаю, чтобы было хотя бы в половину поменьше. Ну там не 5, еще 5-7, куда ни шло. Неделю на ремонт, ну месяцы, это как-то не очень, тем более самолетов всего 6, если они так будут уходить на ремонт, это капец. Сегодня утром прибыли новые инженеры, должен сказать, мы от помощи не откажемся. Это хорошо. Так, ремонт в бою, подавление, но это все для ТБМП, это не то. Так. Оперативники могут ремонтировать МЭК ТБМП во время боя. Это, наверное, инженеры могут, да? Делать. Ну, блин, ну... Пока что нет сплава. Сплава мало. Так, скрыли кибердиск, что это нам дает? Защитная матрица для уклонения, это нам нужно. Так, улучшенные турельные системы. Что это? Это, кажется, для ТБМП. Охранный дрон, тоже для ТБМП. В общем, ничего нужного, в принципе. Только вот защитная матрица. Все ясно. Остальное ТБМП. Поддержка. Так, что у нас тут? О, допрос летуна. Вот это было бы неплохо. 3 дня. Давайте допросим. Ну что ж, пусть допрашивается, а мы тем временем пока будем еще крутить глобус. Так, очень высоко, размер средний, класс корабля не опознан. Бам-бам-бам. Ладно, агрессивно. Вижу противника. Запущено. Выхожу на цель. Так, давайте преследование включим. Их слишком много. Уходим отсюда. Да, чуть не угробил перехватчик. Но зато смотрите, как мы неплохо по нему постреляли-то. Давайте-ка еще раз так же. К бою готов. Значит, усиленное выявление. Готовлюсь к удару. Так, преследуем. Нас тут сожрут к чертям. Я подбит. Да! Не успел нажать обнаружен на кнопку. Объект. Твою же ж маму. Ни хрена себе это. 49 дней. Охренеть. Нет, это точно я конфигурацию поменяю. Может, приземлишься куда-нибудь? Нет, шеф, не хочешь? Истребитель сбит. Он так, исчез с радаров. Нет, не надо нам новых оперативников. Да, в курсе, мама писала. Надо заказывать. Так. Главное, заказ истребителя 3 дня, а
Ремонт. Офигеть. 49 дней истребитель ремонтируется. Я в шоке. Это Unreal вообще. Эта переделка мне не нравится. Откорректируем. Так. Летные технологии. Бонус к скорости исследования. Так, и что это нам даст? Бонус скорости летных технологий. Пам-пам-пам. Что делать? Скрываем крисолиды. Мы решили назвать этот вид крисолидами. Да, полевые наблюдения показали, что даже новорожденные детеныши крисолидов могут наносить чудовищные раны. В этой серии мы по большинству своему сидим просто в штабе. Исследовательские какие-то у нас начались деньки. Так, двух инженеров за 4 дрона. Хорошо. Дронов нам не жалко. Так. Что там? Самолет еще не поступил. Хотел его сразу вооружить. Так, стоять. Поступил. Куда я опять? Куда? Зачем мне казарма? Мне ангар нужен. Так, вот ракеты лавина. Оснащение. Лазерная пушка. Отлично. Окей. Предмет хитиновая защита. Ну, это неплохо. Это неплохо. Но нужно еще что-нибудь. Так, улучшенное оружие Гаусса 13 дней. Элери 11 дней. Наверное, улучшенные технологии брони. Будем исследовать. Так, ксенопсионика у нас что даст, в принципе? Даст только возможность обучаемости псиоников. Что у них появятся эти иконки, и они смогут качать псионику. Так, больше ничего. Ну, пока что не будем это изучать. Возможно, это нам как раз-таки подковырку сделает в том плане, что появятся всякие пришельцы с псионическим даром, которые нам пока что не нужны. Давайте лучше броньку будем исследовать, уже пора как бы одеваться. Сегодня нормально. Утром прибыли новые инженеры. Должен сказать, так, мы от помощи не откажемся. Так, спутниковый узел. 70 инженеров нужно нам, да? До следующего спутникового узла, а нас сейчас 57. Ну, плюс-минус 3, да? Типа почти 60. Еще офигеть, сколько инженеров. А мы получаем 2 за месяц. Это очень плохо. Надеюсь, спутники подзапустим. Там у нас сообщение совета через 15 дней уже. Так, так, нет, 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 наносплавы мы вообще зажали для себя. Спутники к запуску готовы. Не дадим. Как только прикажете, мы их выпустим. Это хорошо. Вот, операция Экзальт. О, черт, я совсем забыл с этим кручением глобуса, что нужно кого-нибудь на секретную операцию отправлять. Ё-моё. Что ж такое-то, а? Ладушки, давайте куда-нибудь подперейдем. Допустим, куда? Кого отправить? Блин, разведки-то нету. Нужно кого-нибудь, у кого с мобильностью все очень хорошо. Поэтому у нас дело только могут творить. А в принципе, вот давайте Twitch у нас неплохо оснащен мобильностью. В принципе, инженеры носятся туда-сюда. Похоже, должен, они больше должен. Радуются новому оружию, чем солдаты.
Так, нужен ли тебе лазерный прицел? Вообще. Если мы изымем... Вот, у тебя будет 19 в пробежке. Все, больше тогда ничего тебе не даем. Ты чисто бегать будешь на миссии. Окей, договорились. Секретный агент направлен для уничтожения группы Exact. Так, отправить агента. Ох, Японию-то как нам подорвали. Ой-ой-ой. Вот экзальтовцы подосрали, я забыл совсем. Ладушки, ладушки, крутим дальше. Так, готов паладин при этом при всем. Ну вот, ребятушки, наш спутниковый узел первый изготовлен. Что ж, давайте перейдем. Ой, куда это? Что это? К запуску спутников. Сколько у нас там, кстати говоря? 10 дней, да? 10 дней, окей. Так. Сейчас Европу, наверное, покрываем. Спутник запущен. Самолеты нам туда не нужны. Спутник запущен. Так, богатство нации — это хорошо. Ежемесячный доход увеличится на 20%. Это просто супер. Доложите обстановку, прием. Теперь. Повторите, я вас не понял. У нас. Да тихо ты, центр. У нас есть еще... Мы можем 1-2 спутника как раз-таки запихать, и 2 у нас доступно. У нас по запросам есть что-нибудь, куда-нибудь спутник засунуть? Продажа артефактов, продажа артефактов, продажа артефактов. Ни одного по спутникам. Так, ну что ж, тогда со спутниками подождем. Если что, можем, допустим, куда? В Нигерию, в ЮАР можешь запустить... А то что-то они у нас пошаливают в плане волнения. Что это нам даст? Так, снайперы-разведчики. Пси-тренинг уменьшится на 20%. Ну, тоже неплохо, но пока рано. Так, а здесь в Азии что у нас? Вы лучше у доктора Валин спросите. Правда, я сомневаюсь, что ей понравится вот эта идея. Так, при продаже трупов пришельцев обломков радиозированных юнитов получаем дополнительно плюс 34% к стоимости. Хорошо. Так, тут плюс 5% исследований для каждой рядом стоящей лаборатории. Ну, у нас их две, кажется, всего. Так, тут плюс 2 к меткости для новоиспеченных пулеметчиков-ракетчиков, но это нам не нужно. Это начальные бонусы. Для начала хороши, для середины игры уже никак. Так, ну что ж, вот тут вот, допустим, я вижу в Японии и в Китае есть неплохие бонусы, да? Мы тут не развлекаться собрались. Война идет, если вы вдруг забыли. Еще Индия дает. То есть, если говорить о выгоде, то лучше в Азии открывать. Если говорить о панике, снижении, то лучше в Африке. Все поняли, на заметку взяли. Что ж, крутим глобус. Так, трупы, окей, передаем. Пока у нас их в достатке. Вас опять вызывают. Угадайте, кто? Окей. Так, переходим в оперативный штаб. Разминирование. 208 кредитов, снижение паники. Слетаем на эту операцию. Либо эту серию запишем, как, наверное, исследовательскую, а уже в следующей серии поедем на разминирование. Будем, так сказать, снижать панику.
Ну что ж, наверное, так и поступим. Так и сделаем. 8 часов у нас до операции. Завершение осталось. На этом я эту серию заканчиваю. Всем пока. Всем добра. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, те, кто не подписались. Пишите, конечно же, комментарии под...